Глава Центробанка Эльвира Набиулина неожиданно заявила, что россияне вывели со вкладов уже больше полтора триллиона рублей из-за того, что снижение ставок по депозитам меньше уровня инфляции. Эксперты Национального рейтингового агентства считают, что банки в скором времени потеряют еще около трех с половиной триллиона рублей. Набиулина согласна с такими прогнозами, но отметила, что при этом у людей появится больше выбора для вложений средств, и поэтому предостерегает всех вкладчиков о том, что погоня за большими деньгами может обернуться очень плачевным результатом.